Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон и Серега. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Мы ни разу не записывали, что мы с Димоном будем аниматрониками, а Серега будет охранником. Надеюсь, у нас все получится. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Ну что, Серега, иди на свое место, козырный. Я еще забыл Сереге сказать, здесь Бенди еще живет. Это пиццерия, здесь и Бенди в гости к ним приходит. Блин, Бенди к нам приходит, Бенди к нам. Не, не та песня, ну ладно. О! Да. Дима, нормас? Ну тебя серьезно. Так, ну что, Серега, давай тогда. Пошли, да не, говори, не надо ему говорить. Пошли просто молча, тихонько, идем. А я ж могу тпхаться. Ребят, тпшим. Давай просто позаглядаю. Такой кабан пришел здоровый. Здравствуйте, как у вас там дела? Нормально все? Все замечательно. Смотри, чтобы Диман не пришел резко. О, Диман пришел на той стороне, я вижу. О, Диман, я знаю, куда мы можем пойти поугарать. Ребята, если вам нравится то, что мы придумали, ставьте лайк, потому что это экспериментальная серия. Надеюсь, у нас получится, и мы будем часто так записывать. Ну и на разных картах, и все части подряд. Диман, ты можешь дверь эту открыть? Какую? Вот эту, которую я смотрю. Нет. Ах ты жирный. Кыш отсюда, нечисть. Кыш отсюда. Кыш. Да, а, ты невидимый вас... стал? Да. Понял. Так, Бенди идет на сцену. Обиделся. Охранник не дал нам пройти. Давайте другого возьмем. А что ты, Димас, так палец рассматриваешь свои? Ну, Бенди свои пальцы ни разу не видел. Реально, пальцы прям рассматривает? Да, он прям смотрел так на пальцы. А, ну давай еще раз. Пальцы. О, это у него этот, грязь под ногтями. Сейчас почистил. Так, я Боньку взял. О, Диман, мы похожи на сцене или нет? Да, одинаковые, кстати. Вообще копия. Модель. И этот Фредди. Взяли. О, Диман, а ну отличить нас далеко, кто из нас кто? Ну да, в принципе, можно отличить, потому а что как? они как-то все на определенном расстоянии, а ты очень близко. А визуально не отличить, да? А визуально вы одинаковые, прям. Мне кажется, он слева чуть-чуть толще, а я худее. Честно. Не-не-не, сказать. Разработчик прям вот сделал модельку, прям вот все одинаково. Подожди, чики нету здесь? Вот, я чика. Пошли, тихонько. Вот, Дима, сам посмотри, вот со стороны иди, глянь сюда, сравнивай. А ну иду. Я чику вот эту. Смотри. Вообще копия, да. Одинаковые, прям. Мне кажется, нет, ты чуть-чуть худее. Обычный скин, он чуть-чуть толще, чуть-чуть. Не, вот. Димас, это тебе так кажется. Вот я даже Фредди взял, я посмотрел, все одинаково, Димас. Да? Да. А, ну да. Видишь, рост. Пошли, Дима, проверим охранника. Пойдем. О, Димас, у тебя ПРП, короче, такой, это, Фокси, короче, убегает. О, да-да-да, бежит. А он закрыл дверь! Вам. Брысь, Серега, отсюда. Так у тебя энергия. Дима, смотри, где я. А, где? А ты в окно посмотри. Видишь меня? Бегаешь. Я запрятался. От первого лица. О. Иди отсюда, дети. Серега, тебе надо выбегать из хаты, когда он сзади. Все, беги. Все, Дима, следи сейчас. Нормально. Так, он отбил атаку. Кстати, надо в следующий раз за Фокси не говорить. Просто сразу резко бежать. О, ты такую классную аниматронику взял. А тут Балун Бой электричество ворует, ходит здесь. У кого фонарик украсть? Диман, ты где? Вот. Пошли к охраннику, будем его этот тормошить. Я с тобой, короче, пойду на эту сторону. А мы идем. А, мы плывем. Че танцуем? Танцуем, Димас, танцы. Танцуют все. Здравствуйте, охранник, мы хотим у вас свет выключить. Я тебе прям шарик в жопу засовываю. Не, не надо. Ай, блин. Я такого дела. Ушел. Брысь, мы сейчас вот это... Порешаем все дела. Охранник какой-то дерзкий, но это только разогревка. Дальше будет жестче. Димон, он мне по голове дверь ей дал, так нечестно. Я уже заходил Балун Боем, взял, нажал кнопку, мне по башке как дало. Вот, Димон, знаешь, какой имбовый аниматроник против Сереги? Да, какой, лечу. Иди сюда. Иди. Стой, заблудился чуть-чуть. О, Димон, а это, мне кажется, да, попозже, еще сильно рано. Это сильно читерский. Да? Конечно. Ты чё?
Да он такое тут хочет тебе сделать. Да я вижу, вон, через камеру. А, через камеру. Ух ты, блин. Он же камеры чекает. Так, 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 так. Мы с Диваном приближаемся. Пошел вон. Серега меня не видит. Я чуть-чуть бы... Еще секунду, я бы тебя убил. Буквально, Диман, он меня не видел, со спины состоял. Серега, я тебя выглядываю там через дверь. Диман, я тебя вижу, ты старая. Да так нечестно. А как так-то? Да как ты заглядываешь сюда в двери? А ну стой, Диман, я пойду на ту сторону, посмотри, как ты так выглядываешь. Блин, классно. Да как у тебя жопа здесь, а туловище там? А я ж из проводов состою, Дима. А, ты как бы проволочный, жидкий металл. А Серега с закрытыми дверями сидит, у тебя сейчас энергия закончится, Серега. Он меня в живот с дробаша дает, ты чего? Ого! Ну ты даешь, аниматор. Он меня, короче, стрельнул в живот и закрыл двери. Спасибо, охранник, хороший. Убил! Это отомстил, Дима, за тебя я. А ты долго стоял, или он тебя не видел, или как? А я просто, он с открытой дверью был, я просто быстренько забежал и укусил его. Отомстил. Смотри, Дима, сколько я ползу, офигеть. Ой, Цой, я сейчас буду с тобой ползать, давай вместе будем ползать. Я так смогу под столом проползти, давай посмотрим. Полезли вместе. Ну-ка. О, у меня только башка помещается. Что там под столом? Подожди, там кто-то монетку уронил, полезли под стол. Я слышал, тут ребенок кушал и уронил, говорит, мама, я уронил 5 копеек, сейчас будем искать их. Не, это как в детстве, короче, спрятал голову и типа... Да-да-да, и типа не видно. Не, что-то не вижу 5 копеек. Полезли до охранника. О, заскрип... Ой, блин, я угораю. Тара-тара-тай, та-тарай. Музыка начала играть, все нормально. Вообще то. А можно быстро ползти? А, не. Фиг вам, я дверь закрыл. Контрол и шив жму, не. Тихо, тихо, тихо. Надо Димон потом резко встать, чтобы он нас не видел. Давай сейчас посмотрим, что он делает. Теперь мы, ребята, знаем, что аниматроники делают, когда на охранника нападают. Лазят по полу. Он нас не видит. Ага. Башка твоя выпирает. Ой, жопа, что, видно? Меня видно на той стороне опять. Я тебя вижу, да, а ты меня... Здравствуйте, здравствуйте. Пошли вон. Мы просто пришли покушать, дай хлеба. Мочи его! Поползли, охранник убежал! Теперь мы, Дима, закрывай двери. Закрывай. Я не могу дверь... Ой, карта обнулила, рвалась. Я сейчас... Это я, Дима, смотри. Я отбивать буду. Мы теперь охранники. Все, Серега, теперь... А ну чекаем камеры, где он там ходит. Где он там ходит? Я не могу камеры чекать. Это печально. Серега тут запаролил нам все, а? Так, нема охранника. Вон охранник стоит. Убегай, у него дробовик. У меня нету ничего. Да? У него ничего. Мочи Серегу. Я сейчас сразу. Серега, ты че на ничего не делаешь? Так, все. Теперь побежал. Пора мочить его. Оскар Бэйби, классно, в темноте так светишься. До свидания, я закрыл себе все. Он нас обманул, Димон. Обманщик, да? Обманщик нелегальный. Ого, что за мочилово и дым тут? У тебя дверь не пробивается. Хорошо, давайте другого возьмем. Че, Серега, в гости звал? Нет. О, крячка. Димас, иди сюда, посмотри, как я сел прикольно. Так сижу, жду, пока Серега откроет. Ай, ай. Видишь меня, Димас? Да, вижу. Он через двери меня гасит. Так, знаешь, как к нему попасть? Нет, не смей. Хай. Хай. Так, Димас, смотри. Я знаю, как к нему попасть, Димас. Фиг тебе, Димас. Ай, больно. За кого я взял. Смотри, Димас. Нет. А, ну ладно. Я тогда это возьму. Не против? Ого! На! Это транквилизатор для аниматроников.
Здесь работаешь, говнюк. Работаю. Это страшно тебе, а? Страшно? Открывай двери, мы пришли. Не, у тебя пахнет пирожками, открывай пирожки давай. Пожрать тебя все деньги. Ладно, я открою только при одном условии дверь. О, ты уже тут? Ты быстрый. Я димасковые взял, опа. Ага, о! Ахтяс. Не, Серега, не-не-не, я вспомнил, мне хлеба надо купить. Чего дать? Мне мама сказала, мама Фоксиха сказала хлеба купить. А я Фоксеныш. Чего вы в женском туалете забыли? А че, откуда ты узнал? Камера у меня там. А, вот ты говнюк. Диман, посмотри, где я. Где ты? Где ты? Я, короче, забежал к Сереге в этот, в его будку, сел в уголок, он меня не видит, а я сзади сижу. Пока, Димас. А! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! А чайку, чайку! Мочи его! Мочи! Есть! Он хотел ядерной бомбой нас взорвать! Да? Я обезвредил охранника. Так, ждем, сейчас следующая волна будет. Ждем, ждем, ждем. Димас, а ты где? Я на сцене сижу, отдыхаю. О, скраб бэйби, ой, скраб паук. Ай, больно. Так. Серега, открывай, мы кушать пришли. Да, я открываю, все. Вот это охранник добрый. Так ты уничтожил всю пиццерию и нас всех вместе. У меня только шашлычок остался обугленный. Нормально, я жарюсь еще. А, пахнет вкусно жареным аниматроником. Оп, правую кнопку нажал и все. Хоп, и лежишь. Я отдыхаю, я устал очень от работы аниматронической. Бум. А теперь пора мстить. Димон, смотри, стол перевернутый, первый раз вижу. Ага. О, как... А, это, наверное, это там и бомбы его так перевернуло. Да-да-да, Серега решил здесь вообще затеять жестко. Экстерминатус устроить вам. Нажимай. Он опять с ядерной бомбой, ну его нафиг. На правую кнопку мыши нажимай. Ты, кстати, когда нажал вот так, ты можешь его убивать в этом режиме, Димас, в таком невидимом. Да? Давайте попробуем. Да, ты можешь его убить, попробуй. Я Мансур. Я живой, Серега! Я тоже живой, Димас. Мы когда под землей нас не берет. Прикол. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!